Наша страна явно вступает в полосу крайне неблагоприятной в экономическом положении. Беда стоит в том, что то, что мы слышим, разгоны, недовыражение недовольства правительством, на практике ничего не означает, потому что проблема состоит не в том, что кто-то из министров некомпетентен или что смена правительства нечто изменит. Проблемы наши стоят в крайне низком качестве государственного управления. Вот на конференции, которая проводилась Сбербанком, там они все участники проголосовали, какая проблема самая главная для России. Неэффективность государственного управления. Вся система организации нашей жизни, как политической, так и экономической, крайне неэффективна. И это и есть коренная причина наших экономических проблем. Не падение цен на нефть, не обрушение золота и ничего другое, а неспособность нашего государства реализовать заложенные в народе и в стране возможности.